наконец-то. Куда гонял мою тачку, а? Надеюсь, ты ее не поцарапал? Сэм говорит, что ты гонщик. Так заведи свою тачку. Пора раскошелиться. Ну, до связи. О, еще забыла сказать. Саманта звонила. Она же выцарапала твою страховку. За такие бабки ты тут любую лошадку оседлаешь. Не буду мешать. Отбой. Так что гони в гараж. Хватит кружить по городу. Все равно сегодня ничего интересного. Давай, я долго ждать не буду. По вопросам гонок, не в справочную, а ко мне. Расскажу много интересного. Добро пожаловать в реальный мир. Если знаешь, где искать, найдется все. Гонки на выживание, скользкие трассы, бои без правил. Здесь крутые гонки, и здесь крутые бабки. Круче всего здесь особая трасса, где катаются только ребята из профессиональной лиги. Там деньги и славы, как грязи. Но туда берут только мачо. И только через друзей. Я тут самый лучший друг, так что не зли меня, приятель. Лучше познакомься с Томми. Он на вид даун, а так гений. Он чинит все. Привет! Если Рэйчел разрешает, заезжай ко мне. Всегда буду рад. Пошли, я гараж покажу. Это твое царство. Самое настоящее царство запчастей и шестеренок. А еще тут есть полный набор инструментов, так что можно и тюнингом заняться. Отметила горячие точки. Ну что, хочешь, чтобы о тебе говорили?
Чувствуй Street X на своей шкуре. Это самое крутое, что может быть. Это не гонка, это чума. Трасса здесь очень сложная. У тебя нет права на ошибку. Делай, что хочешь, чтобы сбросить соперника с хвоста и держись внутренней стороны трассы. Оптимальная кривая выхода из поворота экономит время, поэтому настрой тачку на быстрый разгон и крутые повороты. Понял, о чем я? Думаю, понял. Выходи на старт и постарайся не пролажать. Дрифтинг — это прежде всего стиль и полный контроль. Запомни, хорошая скорость, руль и ручник — вот составляющие крутого заноса, за которые тебе дадут чертову уйму очков. Не увлекайся тормозами. Чем выше скорость и круче занос, тем больше очков за него дают. А если ты наберешь достаточно очков за один прием, их будут давать еще больше. Когда научишься выполнять заносы, начинай соединять их в цепочку. Выходишь из одного заноса, заходишь в другой. Если ты все усвоил, пробуй силы, жги покрышки, набирай очки.
Держись подальше от ограждения. Заденешь — потеряешь очки. Если готов стать звездой, вперед!